пожалуйста. Жизненный путь нам сулит много неприятностей. Боль. Нам нужно поговорить. Писаль. Унижение. Все поверхность счастья улучшает вас у ДНК до совершенства, улучшает вас до переделов возможного. То, что мне надо. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Вот так. Ты слышишь? Ты как? Мне спуститься? Не-не, все в порядке. Проснулся в спа, отправился на работу. Оттуда домой. Очнулся в могиле, а потом шел босиком. 6 часов. Ты кто такой? Как вы, наверное, заметили, нас двое, но мы должны жить одной жизнью. Ну и что делать будем? Может, у него опухоль мозга? Неоперабельная, надеюсь. Он везде меня превзошел. На работе, скейт. Ты действительно завидуешь самому себе? Я знаю карате. Не знаешь, разве что освоился вчерашнего утра. Вы не подскажете, где можно купить оружие? Я тебя ненавижу! Я это ты сам, урод! Откуда вам известно, что вы — это вы? Ты рехнулся от власти. Ты доктор Джекил. Это не доктор Джекил был сумасшедшим, а мистер Хайд. Советую перечитать, ты все забыл.